Ребят, поели овощей. Ребят, поели овощей. Ну хотя бы, блядь, одна помидорка, сука, осталась нахуй. Овощи. Хотя бы одна. Поели овощей. Будет? Грибочки, грибочки тут, шампиньончики. Какая вкуснятина. Ай-яй-яй-яй. Бля, как хорошо прожарились, а. Фала. There you go. Yes, you're insane. Чё ты ржёшь, ебать, слышишь, пропаганда нахуй украинская, мусор головного мозга застрял в огне, блядь, в террариуме. Сейчас бы украинское говорить, когда, блядь, в Россию скоро выйдут украинские войска, блядь. Я скоро на танке заеду, ебать. Смотри, только в магазин планирован. Там танки, знаешь, каким объёмом должен быть нахуй? Каким ты даун? Если пузо в пушку нахуй залезет, блядь. Твою маму в дуло влезет, блядь. Натуха. Тася, хотели бы поменять столами? Нет. Почему? Я на один день. Но... Не хотела бы узнать, как это быть мальчиком? Ну нет, не педикюры, не маникюры. В смысле? Я бы с удовольствием не делала. Шарики какие-то ковтвичные. Я и не хочу. У меня тоже в пупке все время шарики. Откуда ты знала? Мне никогда нету. Поэтому... Скопилось. За ваше здоровье. Я боюсь. Сейчас, ребят, секунду. Там кто-то прям... Там кто-то названивает. Ну, тут есть две... То есть две двери. То есть первая... Бля, это кто же? Пиздец. Ну, это не родители. Мама с папой бы уже позвонили. Вам слышно? Вам слышно? Вам это слышно? Блин, ребят, вы офигеть, вы слышите? Мне так страшно. Кошмар. Блин, ну я закрыла дверь, типа. Две двери, то есть там... Как это называется? Подъезд? Подъехал новый нян. Блять, пиздец. То есть, тут две двери. Сейчас. Да я не вижу в глазок, то есть этот называется, блядь, у меня сейчас все мысли просто из головы. То есть дверь входная, подъезд, в котором три соседа. Я вызываю тебя. Еще одна дверь. Будь следующим няном, будь няной. Пап, это не вы? Мне кто-то названивает, мне страшно. Тут прям звонит в дверь, прям вообще очень сильно кто. Тамбур, там, да, в первую, да. Да там просто такой наяриватель, просто жесткий. Я мне страшно. Так прям минуты уже. Борис, ты закрой дверь, закрой. Я закрыла. Фу. Мы идем обратно. А кто это может быть? Там прям реально сильно так уже минут три, наверное, звонят. Минуты три кто-то наяривает, да. И до сих пор? Да. Да. Ага, а там глазок не видно. Нет, нет, не видно. Работяги, скидка подъехала. Пап, пожалуйста, возвращайтесь домой, мне страшно. Вся, закрыла дверь, да, да. Все хорошо, давай. Давай. Мне теперь в подъезд звонят.
Мне сейчас вам не слышно, мне теперь звонят с подъезда. Ариша, может, это головач? Он обиделся, что ты его на стриме показала его бупсы. Бля, ну и не знаю, что-то страшно, прям сильно так звонят. И в подъезде сейчас, и в дверь звонят. Я открою дверь. Родители сейчас должны приехать. Капец, вообще просто и сейчас звонят. Да. Ну не знаю, а чё я переживаю? Ну просто как бы так сильно наяривать, так звонить. А чё я, чё? Я боюсь. Да, пап. Он, короче, спустился и звонит теперь в домофон. Подъехал да. Новый нян. Забанить, говорю, опасный, блядь, твич, я такая, я однажды, блядь, клип, нахуй, с Бузовой посмотрел, там она с сиськами была, хотя у нее их нету, блядь, а мне забанили, блядь, это почти на день, нахуй, все, привет. Не ожидал, да? Хуй, блядь, я как девка, ты, блядь, посмотришь так вот к стримерше, знаешь, она там секиль свою вытащит разочек, вареник, нахуй, и пизда тебе, блядь, все, нахуй, будешь рыдать, нахуй, сидеть, забанят тебя к хуям, блядь, будешь потом, сука, побираться, блядь, на остановке, рыбалек, блядь. Oh my god, that guy just got dropped. Dude, he was sitting in... Смотрите, как он двигается, блядь. Привет, Юля, почему не на футболе? На каком еще футболе? Блин! Сири, я нашла кое-что в интернете по запросу. Привет, Юля, почему не на футболе? Просмотрите. Психоделика, пацаны! Бля, песня наливная. Блядь! Ёпа народ, бля. Блядь, у меня, блядь, мой, блядь, пентхаус, сука, открылся весь. Все, понял, тоже. Раньше 1 мая с рафтратом понял. Да здравствуй, 1 мая. Сейчас, короче, ты хозяйка на спинке бывает, да? И когда деньги тебе везешь, она позвонит, короче, я тоже съебать. Понял? Это не проблема, блядь. Я не болею, блядь. Блядь, да выкинь все нахлоп, блядь. Это будет круто, блядь. Мы еще заказываем. На работе я, что? Молча, блядь. Монголка 300 лет транскопирует. Ты где в Карганде, блядь? Вообще машина у нас, но я сегодня, блядь, пьяный, я кинта. Как положить, блядь? Алло, 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 блядь. Да в смысле мы сейчас умрем, блядь? Это пизда, надо прикурить, блядь.